Далее идет весовая категория до 57 килограмм. И в синий угол октагона приглашается боец, представляющий Таджикистан. Встречайте Сунатилло Эшмонов. Также приглашается его оппонент, представляющий Россию. Встречайте, господа, Саламу Магомадов. Люба, это очень уважительно, очень правильно. Вводим, видим статистику. Магомадов Саламу. Младше своего оппонента. На 3 года, но, в принципе, по росту они и стилистически выглядят. Да, принципе, и по весу. Да. Абсолютно одинаково. И вот сейчас получает последнее наставление. И посмотрим, кто из них окажется сильнее сегодня. Да, пожимают руки очень. Очень тепло приветствуют друг друга ребята, да? Да, и вот. Занимает сразу центр октагона. Ой, и сразу идет Сунатулло, идет вперед, бросает. Какой амплитудный бросок со стороны бойца из Таджикистана. Забыл, из Таджикистана у нас. Да, боец. Бросок от Сунатулло. Сможет ли удержаться? Да, и выходит из-под него Саламу. Но он зацепил руку, он был как-то своеобразно зацепил руку, пытается вот да, не дать ему развернуться. Пытается... И вот сейчас сразу рычаг локтя взял, о, вытаскивает. Держит его. Какой момент? Откуда столько сил у него? Сфотографируйте этот момент. Вот это слэм. Какой слэм. Сунатулло удивляет просто. Нужно было сфотографировать. И еще раз заходит на треугольник. Посмотрите. Посмотрите, насколько быстро. Душит сейчас. Саламу, да, очень плотно закрыл Саламу. Да. Насколько быстро он из одного приема вышел в другой. И вот сейчас пытается он задушить своего оппонента, тем самом прижав его полностью себе. Сдается! Сдается Сунатулло. Очень хорошо начал, но Магомедов вот Саламу, видите, да, показал все, на что он способен. Очень хорошее мастерство борьбы у Саламу. Мы это видели. Уважительно относятся друг к другу бойцы. Что не может не радовать, да, Рамеш? Да, конечно, уважение превыше всего, мы всегда об этом говорили, что нужно уважать друг друга в жизни, нужно уважать друг друга в клетке, нужно уважать друг друга в комментариях. И везде самое главное. Написать какую-то там неприятную гадость, это любой может, понимаете, а проявить уважение. Поздравляем вас с отличной победой. 51 секунде. 51, вот как. Первого раунда. Удушающим приемом одержал победу. Боец из красного угла. Саламу Магомадов, Россия. Поздравляем его, Магомадов Саламу. Отличная победа.